Приветствую, зрители! Меня зовут Олег Катанаев. И это видео специально для канала Heavy Metal Gym. Почему я это видео решил снять для этого канала? Потому что на этом канале Егор дает реальные советы, которым следую я и чувствую постоянный прогресс в своих тренировках. Я практикую тренировки в любых условиях. Где бы ты ни находился, чтобы, чем бы ты ни занимался, возможность заниматься спортом всегда есть. Даже если ты сидишь дома, в квартире, выходи на площадку, начинай делать разные элементы. Сегодня мы забрались на вершину этой горы, чтобы потренироваться здесь. Иногда мы делаем подобные тренировки, чтобы немножечко расшатать свой организм, стряхнуть, как говорится. Зрители, тренируйтесь всегда и везде, в любых условиях. Спорт, он во всем помогает. Он укрепляет тело, укрепляет дух, но прежде всего закаляется ваша воля. Многие говорят: дураки, заняться нечем. Нам наплевать, мы делаем свое дело, показывая вам, что вы можете тоже выйти на улицу и сделать все, что в ваших силах. Хотел бы сказать отдельное спасибо Егору с канала Heavy Metal Gym за его советы. Было время, я повредил себе спину в знурости. После большого перерыва времени я решил сделать проходку становой тяги. Примерно было 3 или 4 месяца перерыва. После тренировки я почувствовал небольшую боль, которая в процессе начала увеличиваться. И ночью я уже не мог спать. Я ходил несколько дней, не мог ничего тяжелого поднять. Была адская боль в спине и отдавала в ногу. Но так как я не люблю обращаться к врачам, решил сам посмотреть в интернете, поучиться и как-то исправить эту проблему. Наткнулся на канал Heavy Metal Gym. Там увидел специальную гимнастику при травмах позвоночника, грыжах, протрузиях. Начал ее делать и сразу почувствовал облегчение в спине. Буквально за 3-2 дня боль совсем ушла. В это время я не прекращал тренировки. Я работал, конечно, с более легкими весами и убрал упражнения, которые воздействуют на спину, такие как становая тяга, подъем штанги на бицепс. Так что, друзья, подписывайтесь на канал Heavy Metal Gym. Я начинающий YouTube-блогер. Егор оставит ссылку. Обязательно подписывайтесь. Я покажу вам полную тренировку сегодняшнюю. Также покажу свой домашний тренажерный зал, который мы с другом сделали из подручных средств. Немножко импровизации и полноценный зал, полноценные тренировки. Если хотите, мы и вас научим. Всем пока!